Здравствуйте! Всем привет! Уважаемые огородники и садоводы! Мы продолжаем вас знакомить с томатами, которые росли у нас в 2019 году. И на очереди у нас следующий сорт. Изящные пальчики! Изящные пальчики. Это этикеточка от Гавриш. Изящные пальчики. А вот и сами грозди изящных пальчиков. У нас как-то тень падает не туда. Надо как-то нам разворачиваться. Это две гроздочки. Чтобы не упало, положи одну. Давай уже положим. Давай что? Будем взвешивать. А уже все. Ой. Вся гроздь у нас затянула. 160. Нет, 100, да, 160 грамм. А вот, вот такая, можешь... интересно. Сколько? 82. А один? 18? 18 грамм. В общем, сорт этот высотой 80 сантиметров. Этот 120. Давай я покажу плоды. Растут плоды вот такими вот гроздочками. В гроздочках... по-разному. 10-12 плодов. Удлиненные сливки. Вот такие вот красавцы. Плоды красные. Весом примерно 18-20 грамм. Вот еще, смотрите. Есть и сложные кисти. Вот такой вот красоты. В этой кисти побольше плодов уже, видите, мы и оборвали. И Милана сейчас разрежет, покажет мякоть. Пап, ты будешь пробовать? Конечно, буду. Ой, сука. Красная, как всегда. Мякоть. Мякоть красная, я покажу. Не забудь скушать. Я скушаю. Вот эти два. Помидор сладкий. С кислинкой, в меру кислинкой. Если кисло, бери водичку. Я запивать не буду. Кислинка в меру. Я думаю, что такой вкус подойдет для консервации. Эти помидоры также будут отличными в салатах. Для томатного сока черри помидорчики. Это такой коктейльный черри. Для томатного сока брать их не следует. Но они будут идеальны для консервации. Ну вот и в салатах они с кислиночкой не очень. А вот в собственном соку, например, можно попробовать их закрыть. Будут вкусными. Мы еще не пробовали. Потому что этот сорт вырастили впервые. Да, раннеспелый, забыл сказать. Устойчив томат этот к болезням. Ну такой, знаете, даже есть вкус в плодах медово-кислый, такой интересный. Вообще предназначен этот сорт для теплиц. Но у нас теплицы нет, рос в открытом грунте. Урожай неплохой, стена плодов на кустах. Далеко к нему идти. Не буду к нему идти. Но стена плодов была. Идеальный будет для маринования и засолки. Сажали мы его 60 на 40. 60 между кустами, 40 между растениями. И урожай достаточно неплохой. Давайте я все-таки схожу к кустам, покажу. Хоть и далеко они посажены от места, где... Ну вот, смотрите, это изящные пальчики. Вот, смотрите, они висят. Сколько их еще завязывается. Они, вот, смотрите, цветут. Будут дальше плодоносить. Вот кисточка. Вот, смотрите, это все. А вон спрятались, смотрите, там много-много изящных пальчиков. Там попрятались. И вообще тут у нас... растет 30 кустов изящных пальчиков. Вот.
Посмотрите, какая красота. Которые верхние грозди уже тоже спеют, видите. Плоды уже весом где-то по 10 грамм. Самые первые кисти 18-20. И вот видите, завязывают. Урожай будет хороший, до заморозков. Вот розочки, изящные пальчики. Ну что, Милан, будем показывать следующие помидоры? Да, я уже подготовила все. Какой у нас дальше? А вот смотрите, какая грона. Какой у нас дальше сорт? Веселая соседка. Ну иди ищи плоды веселой соседки. Я уже нашла. Нашла, уже я уже забрала три кусочка. Уже и положила? Не, на стол еще не положила, они лежат. Хорошо. Будем показывать в следующем видео веселую соседку. А с вами мы прощаемся ненадолго. До следующего видео. Подписывайтесь на наш канал. Если понравилось видео, ставьте лайк. Лишни сюда. И ой, обязательно, если вам понравился папа, вот такой папа, сорт изящная соседка, можете приобрести у нас семена. Ссылочка есть под видео на каталог и на то, где и как можно купить семена непосредственно у меня. Всем пока, до новых встреч. Пока. Сорт уже легенда. Этот сорт выращивал еще мой папа лет 20 назад. Медвежья лапа. Один из лучших сортов, старых сортов. Вот взгляните, кусты просто ломятся от плодов. У нас их 40 кустов посажено. Вот еще, смотрите, какие большие грозди. Тут они. Там все они. Давайте посмотрим, какой вес. Какой вам плод показать. Сорвал плод. Максимальный у нас был 2 килограмма. Года 3 назад. 754 грамма. 755. Это медвежья лапа. Лучший сорт. Вот отвалился, давайте взвесим его. Это будет, наверное, потяжелее. Сейчас посмотрим. 944 грамма. Вот такой красавец. Помидор. И вот посмотрите. Вот я подойду, как видите, каждый плод 700-900 грамм висит. Вот, давайте его сорвем. Уже прям переспел. Давайте его посмотрим. Какой же вес у этого плода. 796. Уже 93. Ага. 795. Ну, как я и говорю, каждый плод 700-800-900 грамм. Меньше не бывает. Бывает, конечно, на кистях, которые повыше. Вот первые две кисти у него 700-800-900 грамм. Смотрите, вот первая кисть, вторая, третья, четвертая,
Они продолжают завязываться. Будут до заморозков. Найти бы еще крупный. Посмотрим. Вот крупный помидор. Опа. Только сорвал, как видите. Вот лежат те, что мы уже взвесили. Это новый. Далеко веса, но ничего. 790. 89. Ну, как видите, один в один. 700, 800, 900 грамм. Не чудо ли это? И вот 20 лет они у нас растут на огороде. И каждый год такие здоровенные плоды. Это все медвежья лапа. Сейчас на рынке очень много сортов. Ой, отломал кисть. Ничего, все равно их собрать. На рынке очень много пакетиков и цветных, и продавцы продают медвежья лапа, но везде все не то. То не настоящие медвежья лапа. Мы для интереса сажали, покупали. Такого урожая не было ни с какого. А вот этому сорту 20 лет у нас он. Ежегодно со своих семян сажаем. Так, хочу показать, что они вот еще продолжают цвести. Кусты 1,60 м уже высотой. Да, так вот, неоднократно мы покупали эти помидоры. И вырастал совсем не такой. Похожие формы плодов, но 500 грамм максимальные плоды вырастают. А вот еще попробуем найти где-то крупный. Да, тоже загнил. Много помидор, мы не успеваем их все собирать вовремя. Смотрите. Вот. Это верхние кисти. И внизу созрели уже. Давайте еще один попробуем. Здесь его такой. Смотрите. Сейчас глянем, сколько затянет этот плод. Восемьсот семьдесят восемь. В общем, что могу сказать? Это самый лучший сорт из всех, что когда-то мы выращивали. Он должен быть обязательно в вашей коллекции. Заходите на мой сайт, пишите на электронную почту. Оставляйте комментарии под видео. Мы посадили в этом году 40 кустов этого сорта, семян. Хватит всем. Он действительно достоин расти на любой грядке. Просто супер сорт. Вот такой вот. Точнее, вот такая вот медвежья лапа.